сразу лепка снеговичка из плоти оппонента начинается. Такой мясовичок будет. Шога, сфера, хорош, молодец. Но нет, не получается. Агент может отбить хэви, может через сферу. Но не заходит ракета. Как же бурненькие размены, честно говоря. Армор будет для агента? Будет. Арсений сейчас будет вообще без армора. Да, все. Хорошая сотка. С дроби погасил пикера. Аптечки забирать и убивать. Рокет вниз, пожалуйста, агент. Рокет вниз, ты можешь. Спокойно. Честно, я бы бросал туда ракету и сферу, и просто и будь что будет, потому что там легко было убить. Выкинул? Выкинул, отлично. Это самое грамотное решение, чтобы отбить мегу. Держать хайграунд и закидывать ракетой. Или три болтов, лучше ракетой. Пикер есть? Как хорошо зашел пикер. Сферой поднялся Николай, занял коварный план, и все было бы плохо. Николай пока играет наверняка. Забрать сферочку можно? Да, хорошо. Сферочку можно? Да, хорошо. Хорошо вошло. Где же респаун? На гвоздях, отлично. Ой, ракета какая прекрасная. Ой, какая ракеточка! Фасоль в пикера. В прошлый раз он 125 под таким углом не дал. Не получилось украсть мегу сферой. Наглеет агент, наглеет. Но агент может залететь, в принципе, в наглую сейчас на это попытаться. Уже не может, да. Пока у него был выбор стоять на арморе, примерно после этого, вернее, можно было бы. Отлично. А так дробовичок не попадает по пикеру. Все узнают, все понимают. Николай отбивает себя, это хайгер. Давай. Как у них у обоих залетает шотган. А, да, простите, у Арсения тоже экзит-лаг стоит. Баш на баш. Вообще. Но. Может это так и есть. 7 разница фрагов. Перестрелка на шахтах. Арсения. Давайте посмотрим. Бесхитростный розыгрыш первый хэви. Он хочет забрать оба айтема. Ну, гений на Николае просто. Подбил он джампад. Раз, два. Без руки джампуса может. А, ракеты, которой у него нет, да. Ну, Николай с шотгана успешно отбивается здесь. Был закинут мебелью Николай. Ганя будет? Да. И Арсений, обратите внимание, не идет вперед. Он не газует сразу. Он идет в обход, чтобы оппонент в лице агента его... Мама, дурак! Последние моменты. Ой. Если бы эта ракетка была не в косяк, она бы вошла в лицо Арсению. Посмотрите, как регает шахту агента хорошо. Ой, агент. Две рельсы еще держит, я бы дал ульту туда. Ульту, да. Вот так, отрезал маршрут. Все, дошафтил. Хей, армор забираем. 10 фрагов преимущество, сохраняет. Как хорошо разреливает, а? Джамп. Надо что-то как-то действовать. Делать два фрага минимум, чтобы преимущество сбить по деньгам. Агент уже начинает показывать чудеса. Ладно. Ой, да попал хорошо. Давай, ракеточку еще. Ой, подлова. Повезло, не преимущество, молодец. За анарки это преимущество можно держать до конца матча. Контроля один хэвик, не отжимая мегу, просто штрафуя. У агента заходят какие-то космические. Понимаю, деку. Шагов слышно не было, но отлично развел. На шаг. Жить, Николай, жить. Сковый руки джамп. Давай, пешочком, не торопясь, только пешочком не прыгай. Все, отлично, забрал мегу. Хорош. Отлично, молодец, все. Красиво на респаун прилетел, все грамотно. Все-таки умудряется отжать клубыч, но сейчас на позицию приходит и агент тоже. Вот сейчас клубыч может отбить. Мое через голову, если вы это делаете. И как бы даже агенту было бы не очень просто отстреляться. Паш бы реализовал себя. У клуба было преимущество позиционное. Сфера начал выходить в опен на мосту, и агент не ожидал, видимо, этого. Арморчик с центра сейчас заберешь, агент? Боже мой, это читканный... Мама мия. Боже, как же он это занес. А, красота какая. Нормально, клубыч. Клубыч, тут полчаса за тебя. Давай, книжки будет. У агента все посчитано, ему просто по барабану на этот хэвик. Он в центр отстрелил клуба. Ракеты божественные были сейчас. Респаунами забрал клубыч. Ульту рановато прожал второй раз на ульту агент. Клубыч такого нехило разрейдил. И добил. Скейла скорость обычная, но у него шаг широкий. Из-за этого, когда скейл стрейфит... Так, ну-ка. Попадет? Упал. Если бы эта ракета пролетела в решетку. Рокет джамп. Ускорение и от ракеты получил, и от скейла.
Если упор на контрольного чела, нужно разреливать. Если вы скиллбер, который не попадает в рельсы, вы не можете на нем играть, в принципе. То есть ваша тактика нападения. Маленько посиди тут самое. Левыми колем помажешься с легонца. Хорошая ракета. Базюля. А, он хочет разыграть стэк. Разыграет стэк сейчас. А он даже убил. Зная Бейза, как бы он сейчас не начал сушить игру. Сушить прямо до такого сухого состояния. Прям пустыню делать из нее. Мама мне, что это за попадание сфера. Бакс хорошо со ворота дал. Но третью ракету воздуха не занес. Бейз не держит рейлган. Бакстера, он сейчас с рейлганом будет и может спокойно отбиваться за хэвик. Все, хайграунд тоже у Бакстера. Бакстер не нашел зарез. Думал я, не видит на камере. Против таких игроков, как Бейз, то есть вообще против прошников, ну, сложно задничать. Если вы сильный, сильнее оппонента вашего гарантированного, то вы можете позволить. Ну, Бейз просто подсадил наш. Хайграунд хочет дозефать. Ну-ка. Сферу кидай. Да, молодчина. Я сказал, ты еще перед тем, как он сделал, кидай. Ну не такое. Ура! Не такое адское. Бейз ждал, пока пропадет тело Галены, чтобы удостовериться, что оппонент зареспаунился. Но он знает точку респауна. Уже конец матча самый. Бакстеру надо бы разорвать. Ракета от Бакстера хорошая. Рейла у Бакстера нет, контроля вместо Бейз. Отличный рейлган. Джампад, бровись. Ну все, как бы Мегу заберет Бакстер, но как бы остального-то у него нет. Шит-шап. Отлично, что у него армор лежит, ему этот прием с шафта вообще не дался даже ударом. Отличный штраф, теперь можно нападать наглую. Молчу, все, молчу. Нападение с гвоздями, это вот уже какая-то бульбозавренная атака немножко. Вот ракетка, это очень грамотная. Нет, не попадет Бакстер ультой. Бейс отлично отыграл здесь, выжил максимум, опять же, ситуация. Нет, вот. Ракетку в армор, еще. Еще. Красота. Дабл джамп. Да, хорошо. Сейчас мега лежит уже. Через самый низ, это грамотный маршрут, но самый быстрый. Ну все. Аптечка одна. Вот честно, Бейс сейчас до победного стрелял с рельсы, но когда я попадаю в две рельсы подряд, я перестаю верить своему счастью. На про уровне больно окупается, скажем так. Больно стоит, вернее, и не окупается часто. На рейлгане хочет армор забрать. Он там вообще должен быть, нет? Хэвик, вот правильно. Не жадничает Бакстер, забирает хэви сразу. Бакстер, давай, я тебе верю. Ты должен хотя бы фражик еще сделать, чтобы не такое отставание было серьезное. Бейс распулялся с рельсом. Три подряд. Ракетка от Бакстера хороша, чуть-чуть выше была бы, был бы директ, между прочим. Но Бакстер стрелял в пол специально. Молодец, все, хорошо. Понимаю, что джампада не было, значит Бакстер пошел низом. Шикарные ракеты, урона гора, шафтить. Бакстер снова пошел назад, Бакстер просек, чтобы если не просто так дал ему такой манящий респаун. Шафтом, 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 шафтом. Бакстер еще... Я думаю, что уже кто-кто, а Бейс-то, как бы, с этим вопросом, очень хорош. Отлично. Он, видимо, пытался смениться и ушел. Смениться было не на что. Арморщик динаем, сейчас я их кушаю просто, кушаем. Все, кушаем и на хэвик слайдиком. Как-то долгими маршрутами оперирует Бейс. Бакстер хорошо тут раздамаживает его. Хотя мне что-то кажется, что судя по тому, как они хорошо хиляют, они скорее с антигриппином. Или терафлю. Фрагов. Бейзу еще два. И он выжмет из этого Бейзу в три финансовые максимум просто. Бейз решил, что ракета здесь круче. Некуда. То есть даешь ракету, гарантированно выкидываешься. Очень грамотно. Да, перешаф сейчас будет, видимо. Ракетка будет, ракетка. Отличная ракета. Кошмар какой-то. Как он так в полете шафтит? Смотрите, это же монструозный шафт. А вот и респаун исключение, как я говорил. Стоите здесь, а оппоненты резают наверху. Я бы даже руки джампнулся туда, может быть. Хотя Макс тоже похилялся. Это была бы моя ошибка, если бы я так сделал на месте Бейза. Отлично. Проста. Вернее, Бакстер непростой, хотел сказать, да. Вот смотрите, как это не всю делал Бейз, так Бакстер делает за Дума. Ну, Бакстер опасно прыгал на нем.
9 фрагов преимущества еще имеет бейс. Бастер. Угу. 8 фрагов преимущества имеет бейс. Понятно. Как бы. А латышский, кажется, не такой сложный язык, да? Как бы вот. Мыс подзажал маленько. Флик бейс на 180 выглядит забавно. Жаркая игра.